Сигмун МФТ МФД. Садок мусорный. Сейчас покажу, как он работает по мусору. Копать не буду, лопату я не взял. Здесь вот, вот в этом месте, где вот вон те вон эти, ну, колеса перевернутые. Там стоял раньше дом. Вот это вот, все вот это вот, это все бывший дом. Вот, настройки. Общее усиление, наверное, 4. РВ-11, КТ-11, РВ-8. Программа металломусор. Отрабатывает железка. Я ходил здесь. У меня Вайц МХТ был про. Ходил с ним. Сигнальчик. Отрабатывает. Ну, вполне копаемый сигнал. Не знаю, что там, но... Если он хватает. Катушка 9,5 на 12,5. 14 кГц. Ну, вполне копательные сигналы. Чуйка. Чуйка для такой мусорки, конечно, великовата. Я хочу показать, что как он все-таки работает. Говорят, что на мусоре сигналом делать нечего. Вполне себе нормальный. Здесь советы. Ранние советы были. Неудобно снимать их. Вот в этом, вот здесь, вот в этом вот месте вот стоял дом. Вот в этом вот. Вообще хороший. На медь не тянет, но на серебрушку. Вполне себе. Скорее всего, железочка. Да. Хотя сейчас маленько подсохнет, можно будет и покопать. Thank you.
через сигнал. Да вполне себе ничего можно. Естественно, на вычухивание времени уходит больше, чем, допустим, с маленькой катушкой. Нормальный металлоискатель. Ну сколько я копаю с ним проволоки, несколько выездов было, алюминиевых. Я еще ни с одним прибором столь не копал. Шестнадцать лет живем в этом доме, на этом месте. И я еще толком не копал. Что-то на поверхности. Вот такой интересный металлоискатель. Ну, надо копать в наушниках. Что-то большое. Ну, не думаю, что это цветное.